Ребятки, всем привет! Олег, Ксюша, школа Crazy Sales. И сегодня у нас уровень 2, урок номер 5. Сегодня на сайте мы с вами повторим все, что мы делали, добавим пару интересных вещей, про которые мы еще не говорили. В общем, будет интересно. Поехали! Смотрите, что мы с вами знаем. Мы с вами знаем сетенту, мы знаем сомбреро, сомбреро длинное, сомбреро короткое. Мы с вами знаем нечуфлу добле, нечуфлу добле еще за колено мы с вами делали. Вот, басилу, и все это мы с вами сегодня покомбинируем и добавим несколько вкусняшек. Давайте начнем с деликино и сомбреро. Деликино. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сомбреро. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Обычно мы отпускали ручки и переходили дальше на деликино и заново. Но сюда мы можем ставить знакомую нам вещь еще с первого уровня обучения. Это мамбо-шаг. Просто сюда вставляем мамбо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И деликино. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На самом деле этот мамбо-шаг вы можете вставлять и, допустим, вот в эту раскрывашечку. Смотрите. Раз, два, три. Если вы перейдете вот в эту позицию правой рукой, левая ручка на плечо, вы также можете вставить этот мамбо-шаг, к примеру, сюда и отсюда, и ничего, станцевать. Пять, шесть, семь, восемь. Вы спросите, как же ты так поменял руки, где это было, смотрите. Деликино. Три, четыре, пять. На шесть я беру правой рукой. На семь останавливаю ее левой рукой за левое плечо. И вот мы пришли сюда друг к дружке. Опять же, полностью не отворачивайтесь, немножечко вы будете друг дружкой. И мамбо. Шаг. Пять, шесть, семь. На восемь вот так не развернуться, чтобы дальше было удобно на ничего уйти. И ничего. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7. Вот так вы можете разнообразить свое сомбреро. Отсюда мы можем идти дальше. На сетенту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Длинные через раскрытие. Три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Деликино. Два, три. И ничего подобного у нас было. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. 5, 6, 7. Сомбреро у нас был коротенький вариант. 5, 6, 7. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три. И чуфу была с уходом вниз. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три. 5, 6, 7. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. То есть, комбинируя вот эти все варианты, вы уже сможете делать интересный, классный танец на мелодию совершенно 100%. Давайте еще одну маленькую штучку вам дам, с чем вы можете поиграться. Смотрите, у нас есть фигурка басио. Давайте быстро вспомним ее. Раз, два, три, пять, шесть, басио. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Но эту же басио я могу станцевать под другой ручкой. Раз, два, три, пять, шесть, семь. На раз я девочку иду на басилу и перехватываю правую за правую. Получаем раз. Дальше все продолжает как есть. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ничего не меняю. Все так оставляю. Девочка положила мне ручку на мое плечо для большего контакта. То есть так я чувствую только одну ручку, правую и правую. Так я чувствую еще плечо, она мне дает контакт. Я лучше чувствую свою партнершу. Девочки, давайте больше контакта партнеру, чтобы он вас лучше понимал, где вы. И деликино. 4, 5, 6, примерно 7, 8. Я перехватываю ручку и отсюда пойдемте дальше. Там, с этим примером мы пошли танцевать. Сюда, 2, 3, 5, 6, 7. А на самом деле, вот этот прием вы можете использовать следующим образом. То есть, что я сейчас сделал? Я взял, поменял ручку, сделал правую и правую. Могу сделать по-другому. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Могу взять вторую ручку и точно так же перевернуть на массиву, но под двумя руками. И вот мы пришли уже сюда. И отсюда, к примеру, чухла, и опять же вышли на деликино. Ты. Из этого следует главный лайфхак. Запомните, у вас есть две руки. Две руки партнера, две руки партнерши. И мы можем с вами делать левое за правое, правое за левое. Просто две руки. Скрещенные ручки правой сверху, левой снизу. Скрещенные ручки левой сверху, правой снизу. И все вот это вы можете делать в
бассейн. Ну, например, скажете, ну как же вот это вот реализовать левое, правое, да? Очень просто. Вы делаете бассейн, раз, два, три. Берете нужные вам хваты, левое, правое, и вращаете девочку на бассейн. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Вы скажете, Олег, ты сделал хитрость, там повернулся, мы видели. Да, естественно, в определенных вариантах движения фигур где-то не очень удобно находиться именно в этой позиции. Я это знаю, и я возвращаю это движение в более удобный вариант. Вот. Но, тем не менее, вы все это можете использовать. Ну что, друзья, надеюсь, урок ваш. Короче, урок, надеюсь, вам понравился. Вот, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии и ждите следующих уроков. Мы вас любим. Пока-пока.